Всем привет! Сегодня у нас обзор на перманентный маркер. Тут перманентный маркер стоит 130 рублей. Вот тут по этой фирме я пришел, не могу. Вот. Маркер продается в Ашане. Ну что ж, давайте его потестим. В общем, все, я открыл маркер. Вот что хотелось бы отметить. Вот тут написано вот прям близко. Сейчас камера сфокусируется. Medium in French. То есть маркер из Франции. Давайте посмотрим на французское качество. Маркер получается... Вот, ничем не отличается. То есть пишет. Следующее, вот что мы видим. Он может писать на чем? Он может писать на металле, на пластике, допустим. Ну, допустим, вот у меня есть металлическая штучка. Сейчас я ее достану. А получается вот такая металлическая крышка. Давайте сейчас проверим. Реально пишут. То есть им наштыгать можно. Да? В конце мы попробуем забафить отстом. То есть мы попробуем его отстом стереть. Так, следующее, на чем он пишет? Нам заявлено, что он пишет на... Там вроде стекле написано. Ну, давайте попробуем на стекле. Ну, на стекле, да, он пишет. Значит, давайте попробуем сейчас забафить этот стон. Поехали. Так, ну что ж, давайте попробуем забафить. Вот у меня палочка. Она красного цвета, потому что я там кэпы промывал в отстоне. Ну, давайте попробуем забафить. Она сфокусируется, вот, видите, я тащу. А, да-да-да, вот она бафится. Получается, вот я растираю. Вот уже палочка стала черной. А, вот что оно как работает. Получается, вот видите, я стер. Вот я стер. Тут еще следы остались. То есть ее довольно сложно будет забафить. А если мы попробуем вот стекло, вот где у меня отстон. Попробуем забафить его. Ну, от стекла, как всегда, он понятно отходит. Вот, на изи. В общем, вот такой вот у нас маркер. За 130 рублей. Но за свою цену я его, конечно, брать не рекомендую, потому что он просто легко бафится, но по металлу хорошо пишет. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем пока.